Всем привет! Сегодня будет очень интересное видео, я надеюсь. Но, по крайней мере, такой информации я нигде не нашел, поэтому решил посмотреть, что и как сам. И показать вам. Будем сравнивать два автомобиля того же производителя, той же модели, просто в разных комплектациях. Конкретно у нас первый автомобиль — это Mercedes E220 в кузове 212 с мотором 2.2. Соответственно, и с тормозами 295, имеется в виду размер переднего тормозного диска. Это базовые штатные тормоза на таких автомобилях. И второй автомобиль — это E-класс E250, тоже дизельный, просто у него есть AMG пакет. И из-за этого у него передние тормоза чуть получше, а именно 322 мм размер переднего диска. Зачем я решил сравнивать эти автомобили? Есть мнение, что для такой тяжелой машины базовых тормозов не хватает. Это мнение я сам разделяю. 295 для такого тяжелого автомобиля очень мало. И что делают обычно владельцы таких автомобилей? Просто берут эти 295 мм тормоза и меняют на 322. Давайте сначала замерим базовые тормоза на 295, потом уже 322. Ну что ж, поехали. Сделали мы несколько замеров, чтобы выявить лучший результат. Так что по расстоянию самый-самый лучший результат это получился 41,53 метров. По времени это 3,27 секунд. Это разные замеры, но просто показал вам лучшее время и лучшее расстояние. Вот так, 41,53. И 53. Я считаю, ну что считать, я не могу считать ничего, потому что мы еще не сравнивали, не замеряли ни один автомобиль, кроме этого, поэтому мы не можем сравнивать. Если вам интересны эти цифры, мы можем сделать такой топ и по поводу торможения, и будем сравнивать все машины, которые попадут нам в руки. Ну что ж, вы видели, какие результаты получились на E220 Авангард с тормозами на 295. Давайте сейчас посмотрим, что могут 322 тормоза. Вот вам и AMG-шные тормоза. Что получилось по результатам? По расстоянию 39 метров и 41 сантиметров. По времени 2,85. Есть один момент, что Draghi выявил этот замер как невалидным. Но это, я на это не буду смотреть. Так как проблема в чем? Он увидел, что уклон дороги больше 1%. Конкретнее 1,01. Во-первых, это очень маленькое превышение, а во-вторых, этот замер был сделан на том же месте, что и E220. Не может быть так, что на том же месте уклон будет разным. Но это так, к слову. Давайте сравним результаты. 39 и 41 метров – это на 2 с чем-то метров меньше расстояние, чем на E220 с базовыми тормозами. И 2,85 секунд – тоже намного меньше, чем 3,27. Вот примерно так тормозят AMG-шные перфорированные 322 тормоза по сравнению с обычными авангардовские тормоза на 295 мм. Эти два с чем-то метров я считаю очень хороший результат. Нужно учитывать, что в нашем случае есть разница еще и в весе. Это 100 кг в пользу авангарда. Поэтому, имея плюс 100 кг, тормозить на 2 с чем-то метров лучше, это достаточно хороший результат. И плюс ко всему, у 322 тормозов есть еще преимущество в том, что они не так сильно нагреваются, их дольше хватит на большее количество торможений, и
Получается, они лучше во всем. Да, хотел тут уточнить еще один момент. На автомобилях с базовыми тормозами влезают колеса R16. Есть, я лично встречал, 322-е тормоза, и там стояли тоже R16. Но тут момент, что машина была тоже либо в авангарде, либо в элегансе и так далее. На 322-е тормоза с AMG пакетом точно не влезают R16. Нужно это учитывать. Если у вас есть комплект колес на R16, нужно будет либо колеса поменять, либо тормоза оставить эти старые. Вот такие результаты получились. Если вы хотите поменять свои базовые тормоза на более хорошие, на 322, я надеюсь, этот видео будет вам полезен и поможет принять правильное решение. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!